Привет, друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И давайте выберем нашего Скорпиона, и будем играть сегодня против боссов. Едет первый босс, у нас удар грома. Так, быстренько сейчас подойдем, и его отравим. Смотри, отравление идет. На тебе, есть, готов. Уничтожили. Так, следующий у нас кто? Армада, сейчас мы его щелкнем, подожди. У меня еще циркулярная пила есть. На, смотри как. На, получай. Готов. Сейчас посмотрим, докуда можем с ребятушки доиграть. Сейчас идем. Отравительное яичко сейчас бросим. Оба, готов. Хорошо. Мне нравится. Сейчас мы всех боссов уничтожим. С нашим Скорпионом, ребята. Новое обновление в игрушке. Скорпион. Который мочит всех врагов. А, например, и гонец ада. Смотри, летит на вертолете, да? Мы сейчас его отравим. Мы его щелкнули, смотри. А, отравление не до конца идет, разве что ли? Частичное отравление. Хорошо. Так, а ну-ка я вот этим задену его. На! Едь, давай сейчас мы его отравим еще раз. Так, все, отравление получает, сейчас критическое получит. Есть! Разлетелся вертолетик. Так, следующий вертолет едет. Бомбардир. Ага. Сейчас мы его, ребятушки, щелкнем. На, получай. Ух ты, ё-моё, смотри, что творит. Что же он делает? Сейчас я тебя на вот этим своим жалом. Опа! Готов. Жалом мы его, ребятушки, уничтожили. Следующий. Лазерная пасть. Но. Сейчас мы эту лазерную пасть с вами, ребятушки, щелкнем. Гада такого. Иди сюда. На, я тебя сейчас протараню твой танк. Раз. Одним ударом. Ничего мне не может нанести никакого удара. А, удар грома. Иди ко мне. Щелкну тебя еще и еще раз. Готов. Все, он отдыхает. Ух ты, нифига ты как задрал себе, а? Хвост. Сейчас я тебя накажу. Получай. Опа, еще один удар. Готов. Так, кто там следующий? А следующий, ребята, Легион. Смотрите, как легко мы их уничтожаем нашим новым танком. Танком-скорпионом. Вот такое вот обновление в игре. И против Скорпиона ни один танк не может устоять. Даже все боссы. Они не могут справиться с нашим танком. На! На, получай. Есть. Готов. Так, вертолетчики. Вертолетчики тоже ничего не смогут сделать. Смотри, как мы сейчас будем стрелять в нее. На, еще. Сейчас, подожди. Отойдем немножко, нам нужно выступ какой-нибудь найти. Ну, а вот здесь хорошо. Так, стреляем. Опа, попали мы в вертолет. А он у нас разлетелся на части. Так, бомбардирчик, он немножко поопаснее тем, что он стреляет вот этими ракетками. А, ты гад такой, смотри, сейчас мы найдем выступ. Вот здесь вот сейчас станем. На, получай. Ладно. Сейчас мы в другое место. А, или знаешь, вот здесь вот выступ хороший был. Вот здесь вот. О, на, получай. Смотри, у него критическое повреждение уже у вертолета. Есть, и еще. Так, а я тебя буду сейчас жалом мочить. Подожди. Опа. Да, с помощью жала. Вот такое вот есть жало у него. И он может просто жалом этим жалить. Сейчас я покажу как. Опа. Давай, едь сюда. Что там стал? Так, можно так немножко отойти. Подойти поближе. А, нет. Фига, он меня уничтожил. Ребята, быстренько восстанавливаемся. И надо его, конечно же, его наказать. Вот этого. Лазерную пасть. На, получай. Оно много урона-то наносит. Сейчас я посмотрю. Так, ну давай,
Попади в меня, он меня даже попасть не может, представляешь? На. Готов. И поехали опять. Танки. Начинается с удара грома. Сейчас подойдем поближе. Щелкнем его. На. Еще удар. И последний. Все, уничтожили мы его. Так. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Кто это, кто это? Армада? Едет, смотри, как нифига тут холмы какие. Но мой скорпиончик идет. Так, отходим немножко. Стреляем. Ой-ой-ой-ой. Так, отходим, отходим. Давай, иди сюда. Во! Еще один удар. Готов. Как он разлетелся на несколько частей. Легиончик. Легиончик, едь ко мне. Едь ко мне, легион. Сейчас я тебя своим жалом. Так, опа. Смотри, как хорошо, красиво стояли. А, уничтожил, ё-моё, ладно, уничтожил. Но мы сколько монет заработали? 1360 монет, ребята. Давайте поиграем. А, приключения в зимнюю войну. Так, давайте, поехали. О, такая зима, кстати. Игрушка обновилась, и мы, ребята, видим, что поменялась визуальная часть зимы. Она уже не будет прежней. Кстати, а я не помню, там снег разве шел? Здесь снег идет. А там я не помню, был снег или нет. Так, на, один, второй, смотри. Удар жалом, как их уничтожает. С первого раза. Все, готов. О, босс. Кнут едет. Ну давай. Посмотрим, кто кого. На, получай. С одного удара, представляешь? Босс повержен. Так, немножко монеток дали. Спасибо. Так, и я бы сыграл бы в классический, например, в крушитель луны. Давайте пойдем. На Луне. А смотри, как тоже интересно поставили, да? Планета какая сзади. Только почему-то нет взрыва. Помнишь, атомный взрыв был на той карте? Старый. На этой нет. Да, скорпион такой мощный. Смотри, как он уничтожает с одного... Ой, с одного удара. На, получай. Есть. Надо подгадать, чтобы они возле нашего танка стояли. Они даже не успевают выстреливать. Стрелять не успевают. Мы подходим и их убиваем. Чисто жалом. Так, кто там поедет у нас? Ага. Армада. Танк. Танкист съел, значит. Думает, он сейчас такой самый хитрый. Да смотри, какой танк огромный. Просто мы реально играем за босса, я бы так сказал бы. Так, подлечились. Хорошо. Давайте еще кого-нибудь щелкнем. Так, вот, два уже танка. Есть. Хорошо, что у меня еще циркулярная пила помогает. Причем очень даже неплохо. Всех расфигачили. Идем дальше. А, вот малыши, на. Сейчас, и вот этого тоже. Все, отщелкали. Готов. Следующий. Всех мочим. Нифига себе, вот это скорпион. Супер танк, ребята. Так, здесь можно немножко пострелять. Ладно. Немножко совсем урончик они нам нанесли. На, получай. О, сколько тут еще два танка. На, получай. Так, вот еще танки едут. Сейчас мы всех отщелкали, и у нас босс едет. Вот он, босс, легион. Давай, едь ко мне. Я жажду смерти, убить тебя. На, на. Два раза мы щелкнули его, подлечились, почти что стопроцентное у нас с вами, ребята, произошло лечение. Но танк немножко, кстати. Надо будет аккуратненько здесь. Посмотри уже. Ранение получили мы. Так, сейчас. Тихо, отщелкаем. Тихо, тихо, тихо. О, куда вы летите, а? Алло. Есть. О,
Красненький. Смотрите, какой он маленький, красный стал. По сравнению со скорпионом. Так, а ну-ка. О, монетки, монетки, спасибо. Монетки мне нужны. Все, всех отщелкали. Вот такой вот, ребятушки, скорпион. Кстати, я хотел бы передать сразу приветы. А привет я передаю сегодня Андрею, Елене, Оксане, Эльзе и Елизавете. Ребята, вам привет большой от канала Duda Play. Если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет в следующем ролике, просто тебе надо будет подписаться на канал, если ты это еще не сделал. Конечно же, поставить лайк этому видео и написать привет. И в следующем ролике я тебе обязательно передам привет. Ой-ой-ой, смотри, как много тут танков, что-то какой-то замес нехороший. Все, всех отщелкали. Ну вот такой танк. Если тебе понравилась игрушка, понравилась сегодняшний выпуск, и ты хочешь еще дальше видеть продолжение нашего скорпиона, как он будет проходить, как он будет уничтожать всех этих танков, то обязательно ставь лайк. Ну, а мы на этом будем, наверное, заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.